Цель проекта – развить профессиональные умения и карьерные возможности ключевого исследователя, лидера группы ученых. На тренингах изучают методы лучших компаний, цифровой анализ и запуск стартапов. Это очень важно, потому что молодые люди сегодня активные, креативные, продвинутые, и для них мы должны создать все условия для того, чтобы они могли продвинуть все свои идеи. В проекте участвуют молодые ученые НОЦ Юга России. В одном здании собрались исследователи Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. Их готовят по направлениям агробиосектора. Обучение состоит из трех тематических очных модулей. Позволит нам создать такую базу молодых ученых, которые будут заинтересованы на развитие социально-экономической обстановки не только Ростовской области, и всей России, потому что здесь те исследования, которые у нас планируются проводить, они, конечно, понадобятся многим регионам. Образовательная программа продлится до пятницы. Всеволод Гимбут, Сергей Крикоров, Александр Кучец, Дон-24, Ростов-на-Дону.